Анонс и точная дата выхода 9 и 10 серии нового сериала «Цвет страсти». 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 30 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Дашу отправили в психиатрическую больницу на обследование. Соня подкупила главного врача, чтобы юную пациентку продержали там подольше и сделали как можно больше тестов. Даша очень боится свою соседку, которая по ночам смотрит на нее, не отводя взгляд. Если тесты покажут, что девушка неадекватная, ей грозит принудительное лечение. Даша поняла, что попала в ужасную ситуацию. Ее дело вновь передали следователю Борисову. Тот, в отличие от Андрея, намеренно добиться от Даши чистосердечного признания. Теперь она стоит перед нелегким выбором – или признать, что убила двух человек сознательно, или отправиться на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Даша подписала чистосердечное признание, и на суде ее признали виновной. Дядя Миша подготовил девочку к тому, что ее ждет в колонии. Он долго работал в тюрьме, поэтому знает, на что будет похожа ее жизнь в ближайшие 10 лет. Даша попала в образцово-показательную колонию. Считается, что здесь хорошие условия, ведь заключенные имеют возможность учиться и участвовать в общественно полезной деятельности. В первый же день Дашу позвал к себе заместитель начальника колонии, чтобы объяснить новой заключенной правила. В деле Даши стоит пометка «склонен к агрессии», поэтому за ней пристально следят. Не успела Даша привыкнуть к новой жизни, как она уже нашла неприятности на свою голову. Одной из местных авторитетов не понравилась новенькая. Напомним, 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 30 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.